Альфа Ромео представила седан премиум-класса Джулия, новую юбилейную модель. Так владелец марки, итало-американский автоконцерн Fiat Chrysler, отметил 105-ю годовщину бренда. Альфа Ромео, основанная в Ломбарде в 1910-м, считается культовой маркой благодаря дизайну своих машин. Именно поэтому юбилейная Джулия, как сказал глава Fiat Chrysler Серджио Маркьоне, должна бросить вызов скучным немецким автомобилям. Основными конкурентами считаются BMW 3 серии и Audi A4. Аналитики отмечают, что сегодня «Альфа» не в лучшей форме. В прошлом году было продано всего 72 тысячи машин. Но «Фиат Крайслер» намерен развивать премиальный сектор.